Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александр Пругов, и я профессиональный фотограф. Сегодняшний день мы начнем в Сочинских горах, а потом перенесемся на Сочи автодром. Погнали! Фотографию я пришел после того, как в мои руки попала камера D300S. Сначала я снимал дневные пейзажи, потом по мере изучения фотографии переключился уже на ночную съемку. И в один прекрасный момент я начал снимать молнии. Это было очень интересно и увлекательно, но также меня останавливало, мне хотелось еще дальше. И вот этот накопленный опыт уже съемки привел меня к съемке автомобилей. В нем требовалось как и искусственный свет, так и какие-то сложные ракурсы, компоновка кадра, склейка кадров. И уже в этой теме я добился серьезных результатов и остался в автомобильной съемке. Самое сложное в съемке автомобилей – это все-таки найти локацию, найти грамотный, красивый автомобиль к этой локации, грамотно его выставить, поймать свет для того, чтобы показать объем автомобиля и самую красивую часть. Чем я вдохновляюсь во время съемки автомобиля? Конечно, я его изначально изучаю. Я смотрю фотографии, ролики. Потом во время съемок я уже посижу в салоне, может быть, даже прокачусь. И в такие моменты рождается уже, как поставить автомобиль, как его снять. Это очень важно для съемки. Если это спортивная машина, показать ее в съемке на скорости. Если это внедорожник, то, соответственно, показать где-то со стороны грунта, где-то в грязи, она должна быть грязная. Это все должно быть видно, для чего создан автомобиль. Каждый должен сниматься в его стихии. Поехали. Сегодня первый кадр мы сделали с проводкой. Это необходимо для того, чтобы показать динамику автомобиля, особенно если мы не можем подходить к нему близко. Это касается чаще всего спортивных репортажей и просто съемки в динамике. Для этого необходимы следующие настройки. Мы выставляем скорость затвора примерно 1 к 100. Диафрагму уже по факту лучше всего снимать в режиме S. В таком режиме фотоаппарат сам выберет диафрагму, необходимую ему. Желательно при этом еще поджать ISO, тогда у нас диафрагма будет более-менее открыта. И вы сможете таким образом проводить автомобиль и снять его резким, а весь фон будет смазан. И таким образом мы создаем динамику. Постобработка. Важно в постобработке не пережечь кадр. Это, наверное, самое главное. Никаких накручиваний, кларити сумасшедших. Ну, только если это необходимо там, с художественной точки зрения. А так, например, производители больше любят, когда все-таки это оригинальность, где автомобиль показан такой, какой он есть. То же самое касается репортажа. Репортажи тоже не приветствуются пережатые кадры. Репортаж вообще не стоит обрабатывать, именно тонировать и так далее. Потому что надо передать, как оно есть. То событие, как оно происходило, и передать атмосферу этого события. Следующий кадр мы сняли постановочный. Мы выставили фотоаппарат на штатив, максимально прикрыли диафрагму, удобную в этих условиях, это у нас была девятка. Выдержка по солнцу у нас вышла 500, ISO мы также поджали в минус единицу. И сделали 5-6 кадров со вспышкой. В дальнейшем мы склеим эти кадры в фотошопе и получим ярко освещенный автомобиль с солнышком позади. Вспышки мы используем для того, чтобы снимать против света. Это раз. Во-вторых, для того, чтобы вспышкой подчеркнуть объем кузова, ну и, соответственно, высветлить. Для чего мы их сделали 5? У нас одна вспышка подсветила левый край, 2-3 вспышки подсветила бок, колеса и один контрольный вспых спереди. В последующей обработке мы эту вспышку уберем с кадра по маске, наложим свет, и у нас получится один чистенький цельный кадр. Почему мы не можем задействовать сразу 5 вспышек? Да это на самом деле просто неудобно. Это таскать кучу оборудования, все это выставлять, уследить, чтобы не сдуло ветром. Когда можно с одной пробежаться, с помощью синхронизации это дело снять и постобработки сделать.
Какой бы я дал совет новичку? Это в первую очередь изучать светотень и работу с искусственным светом, потому что он очень сильно добавляет качество к кадрам и детализации. Вот это очень важно в автомобильной съемке, как и в любой технической. Устанавливаем эту палку, называется она РИК. К ней фиксируется камера. Это нам необходимо для того, чтобы на малых скоростях спереди снимать автомобиль, создавать очень такую скоростную динамику, прям как будто автомобиль несется по треку. А для этого мы выставляем фотоаппарат со следующими настройками. Выдержку в 1 секунду, мы затемняем кадр с помощью фильтров. Максимально зажимаем диафрагму, удобную в этих условиях. В данной ситуации у нас это 11 значение. И ISO уводим в минус единицу. Автомобиль катим просто аккуратненько со скоростью 2-3 км в час. И вы посмотрите, какой получится у нас кадр. РИК сам по себе штука тяжелая. И крепить его не на каждый автомобиль возможно. Где-то можно погнуть крышу, где-то просто он может отвалиться с присоски. Он требует определенной сноровки. Что я использую на съемках? Мне, конечно же, необходима тушка. Я использую Nikon D750. Обязательно у меня с собой в наличии 14-24 Nikkor, 24-70 и 70-200. Это универсальный золотой набор, который спасает в любых ситуациях. Обязательно у меня с собой штатив, обязательно пульт, фильтры. Они мне очень помогают притемнить кадр буквально в 5-6 стопов, потому что я снимаю с выдержкой в 1 секунду, и это просто можно просто получить пересвет. А фильтр нам это уберет. Весь этот комплектик умещается в один рюкзак, и это очень удобно. Автомобили всегда являлись и будут являться определенным развлечением для многих людей. И, соответственно, чем хороша автомобильная фотография? Даже если вы не снимаете где-то на автодромах или для журналов и так далее, у вас есть всегда друзья, которые тюнингуют автомобили, хотят его показать в каких-то соцсетях, на драйве. Я очень советую снимать вам каждый день. Это хорошая практика. Практика, которая приведет вас к профессионализму. Вот так мы провели сегодняшний день. Надеюсь, мои советы будут вам полезны. Удачных кадров, всего доброго.